23 февраля – неотъемлемая часть истории нашего государства. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной Армии. С 1946 года – День Советской Армии. Позже – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А сейчас праздник известен как День Защитника Отечества. Дорогие мужчины, в этот праздничный день примите от нас самые искренние поздравления. И сегодняшний концерт мы посвящаем вам. Это праздник всех мужчин нашей большой страны, каждый из которых – защитник и надежда не только близких людей, но и государства. Мужчинам и был посвящен этот концерт. Свое творчество подарили участники детских и взрослых коллективов Десногорска. «Ренессанс», «Калибри», «Каприз», «Форсаж», «Ивушка», ансамбль казачьей песни «Вольная станица» и «Данс-клуб Модерн». День защитника Отечества всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Но еще это праздник мира, спокойствия и стабильности. А это одни из тех ценностей, которые достойны того, чтобы их защищать. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.